Ребята, всех приветствую на канале Boston Technic. Продажа у нас комбайн Нива SK5M1, 93 год. Стоит он 3 года. Сюда доехал своим ходом. Резина на нем отличная. Сейчас его никто не заводил. Ну, как бы, если провести, так сказать, пусконаладочные работы, то поменять какие-то ремни, что-то подмазать, то он, по идее, должен завестись. Состояние у него вот такое. Вот. Ну, как сказать. Неудовлетворительное, не хорошее. Сами видите по видео. Как-никак, комбайну 30 лет. Жатка на нем стоит рабочая полностью. Мотовила целые. Резина новая. Как бы. Тут резина с жаткой стоит больше, чем комбайн. Какого года жатка, сказать не могу. Таблички на ней нет. Но ставили ее, как я уже сказал, как и комбайн 3 года назад. Тут их два стоит. Две Нивы, зеленый и красный. И на обоих жатки ставили в одно и то же время. И тот стоит комбайн 3 года, и этот 3 года. Понятное дело, нужен ему ремонт. Но за эти деньги, как бы, как я сказал, тут жатка с резиной стоит дороже, чем комбайн. Поэтому смотрите сами. Либо на запчасти, либо под восстановление. Вот такой вот комбайн. Всем, кому интересна данная техника, пишите, звоните. Будем рады видеть, слышать. Приедем, вам все покажем и расскажем. Всем удачи, всех благ.